Что-то фокус. О, поймался. Всем доброе утро. Ну, если его таким можно назвать. Сегодня у меня ночь была бессонная. Аппарат этот жужжит каждые полчаса, иногда даже чаще. Короче, я сегодня почти не спала. С ним спать неудобно. Это капец полный. Ну вот, едем в больницу, как всегда. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения, и мирного неба над головой. У нас уже день, я уже приехала из больницы. Все, ребят, сегодня последний раз ездила, все, больше не буду ездить. И повела Оксану на остановку. В школу едем. Да, Оксана? Открывай. Где у тебя перчатки опять? Опять убрала перчатки? Вот такие вот дела. Ладно, пойду отведу ее и пойду домой маленьких. Надо будет кормить уже. Всем хорошего дня. Так, ребят, всем привет. Хотя, что я здорова второй раз, да? У нас время вечер. Короче, рисовую кашу варю с шейками куриными. Что-то дети мне нынче говорят, мама, давно шейки куриные не готовили с рисовой кашей. Вот готовлю. И также поставила еще вариться кисель в маленькую кастрюльку, потому что у меня последний был кисель, надо будет купить. Ладно, готовим. Всем привет. У нас утро четверга. Машенька в школу идет. Там Света уже смылась обратно домой. Убежала что-то. Короче, а я еду на учебу. Катя, Оксана, Марина, Ваня пока дома. Мы сегодня, кстати, с Мариной и с Ваней записаны на прием. Спасибо, Маша, что дверь открыла. У нас сегодня минус 10 на улице. Подмерзло все. Хорошо, да, Маша, подмерзла? И на улице так свежо, хорошо. Ладно, всем хорошего дня и настроения. Так, ребят, я приехала с учебы намного раньше, ну, потому что попросила, объяснила ситуацию, что мне, говорю, надо Оксану на остановку отводить. И плюс мне надо еще Ваня с Мариной дома не с кем было оставить. Сегодня мы пойдем в поликлинику справки возьмем. В целом, короче, сейчас веду Оксану на остановку, прихожу домой, одеваю Ваню с Мариной и идем тоже с ними на автобус. Но нам к 2 часам, поэтому там успеем. 2 часа, потом надо будет с Ваней, с Мариной идти, справочки возьмем, а завтра в садик пойдут они. Сейчас ведем Оксану на остановку, да, Оксана? Потому что Оксана у нас собак боится, и она не ходит до остановки. Раньше ходила, не боялась, пока вот эта рыжая не стала нападать. Давай руку. Дороги так у нас и не исправляются, особенно этот поворот ужасный. Ладно, шагаем. У нас день. Подожди, Марина, подожди. Короче, мы с Мариной и с Ваней идем куда? В город. В город, да. Зачем? Справки в садик взять. Да, справки в садик взять. Ладно, бежим на автобус. Мы уже сходили, взяли справки, пришли на детскую площадку. Тут Ваня пытается. И как тебе? А, маленькая, сына. Мама. Ау. Ну, сначала здесь поиграйте, а потом туда пойдете. Я вам не запрещаю. И ждем, когда Света со школы пойдет. Опа, тихонечко, сына. Ты так упадешь и расшибешься. Подожди, там, видишь, большие девочки пока. Не надо. А то они нечаянно толкнут, и потом будет больно. Ладно, мы пока погуляем, подождем Светика. И пойдем потом домой. В садик уже позвонили, сказали. Ну, подожди немножко. Подожди немножко. Ладно, все. Ждем и пойдем. Нам сейчас Светик звонила. И сейчас Светик придет. Да, Ваня? Сейчас Светик придет. И пойдете со Светиком гулять. Повис? Да. Завтра у Марины утренник. Надо платьишко ей приготовить. Да, Марина, нарядная? Ну. Ты хотела новое платье одеть завтра. Вот и оденешь его как раз на праздник.
Это праздник завтра? Да, 8 марта. Ну, пойдемте туда, на ту площадку, Марина. Пойдем. Тихонько, тихонько, тихонько. Господи. Тихонько. Тут все качели-то в снегу. Не доберешься к качелям, нифига. Ладно, идем качаться. Продолжает. Ой, молодец, повисла, да? А когда снег растает, ты до них дотянуться не сможешь. Тут будет высоко. Это потому, что пока снега много. Ваня больше на горку не лазит, вот весь выморался. Там горка грязная. Ку-ку. Аккуратно. Где там Ваня у нас полез? Ой. Аккуратно, Мариночка, только. Ты вон куда залез? Я не буду кататься, там постою. Постой, только не катайся, а то Ваня вон весь грязный стал, прокатился на ней. Все, ждем Свету и гуляем. Всем доброй ночи. У нас время 2:00 ночи. Знаете, что я делаю? Сижу, видео монтирую и конспекты пишу. По видео вы прекрасно знаете, что я пошла на учебу на продавца. Так как сегодня у нас мне пришлось отпроситься, потому что мне надо было Оксану отправлять, плюс мне маленьких не было, не с кем было оставить. Короче, дурдом. Сейчас сижу, пишу, сейчас покажу, что делаю. Видите, монтирую видео, а вот здесь пишу конспект. Мы сегодня в школе вот до 5 пункта дошли, и вот мне надо тут еще писать в целом. Вот мы сегодня, где пункт 2, вот до 5 дошли, и это я уже вот написала уже, пока вот сижу. Учу, читаю. Сейчас только завершила. Сейчас домонтирую видео. И все. И пойду я, ребятки, скоро спать. Сейчас делаю последние шаги монетизации. И пойду спать. Спать хочу, как суслик. А мне 6:30. Не 6:30. 6:20 я будильник поставила. Не надо вставать, отвезти Марину с Ваней в садик. Завтра они первый день идут в садик. Потом приехать домой, разбудить. Кого? Никого не надо будить. Отправить ребят в школу. И самой ехать на 8:30 тоже в школу. Как мне сегодня дети сказали. Мама, ты теперь тоже ученик. Не поняла, что у меня тут с монетизацией что-то опять не то происходит. Показывает, что не может быть монетизация или что-то в этом роде. Что за фигня опять с Ютубом происходит? Я вчера, ребята, знаете, не могла зайти в Инстаграм. То он мне не пробивал почему-то. Я пытаюсь зайти, он мне пишет, что английский, русский не можем установить, только английский. Попробуйте попытку на английском. Да нифига себе новости. Девчонкам пишу, они говорят, нет у нас, спокойно. А потом в город поехала, в городе лучший интернет. Там все сделала. Вот такие вот дела. Сейчас вот сижу, монтажу. Ладно, буду монтировать, ребятки, буду спать ложиться. Всем спокойной ночи. Всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь с нами. Постараемся не грустить. Будем только веселиться. Всем пока-пока. Всем доброе утро. Машенька, повернись. Поздоровайся. Всем привет. Короче, ребята в школу на автобус идут. Я тоже еду в школу. Как бы смешно ни звучало, да, ребят? Можете смеяться. Ха-ха-ха. Короче, еду в училище. Вчера спать легла уже 2:30. Все сидела, писала конспект этот. Короче, спать хочу, как суслик. Сейчас поеду. Ребят уже в садик отвела. Ура! Ребята в садик пошли. Мама свободна. Да, Маш?
как Маша говорит, хоть тишина будет, когда со школы приду, да? Не будет. А? Ключи. Точно. Сейчас подожди, Егорке скажу.